Всем доброго времени суток. У нас после проблем с Сэмом админы перезапустили лобби, сделали олл-пик, и вот третья карта в рамках Марсовой лиги. Комплексе гейминг против коллектива Power of Friendship. Счет у нас 1-1. Карта за выход в гранд-финал. Проигравший же турнир покидает. Все очень просто, нужно побеждать. Нужно показывать себя на максимум. Нужно раскрыть свой потенциал и победить. Пики на ваших глазах, Дизраптор, Queen of Pain, Венга, Слардар и Тинет, команда Power of Friendship, и Шейкер, Лина, Тазл, Фэнтом Лансер и забыл последнего героя, сейчас нам покажут все. И мы увидим, кто же там последний персонаж от команды Complexity. Все в полном составе, без стендинов, катают. Да, вот Туск и Фэнтом Лансер, точно. Точно. Агрессивные герои, не считая, наверное, только фармилы, Фэнтом Лансера. В остальных же случаях герои крайне агрессивные, команда Power of Friendship, по сути, все. Слардар, Венга, Queen of Pain, Тинни, Дизраптор. Герои, которые готовы идти в бой буквально с первой минуты игры и там себя проявлять на максимум. Свидлос на позицию оффлейн, на шейкере. Хотя, опять же, по мне, так бисмастер какой-то выглядел бы посимпатичнее. Но будет Свиндлс катать, сразу прилетает, ставит здесь вард, блочит спаун. Ну а пофы пешочком топают, никуда никто не летит, Слардар с обзервом, но опять же не спеша идет. И скорее всего поставить на халяву не сумеет, хотя там, да, Лансар далековато находится. Да и Даслик особо не спешит чекать. Но у него сентри есть, поэтому можно было сбить, подфармить, получить опыт и деньги. За этот самый вард. Так, пауза какая-то. Снова какие-то проблемы с Виндлза, к сожалению. Ну, пусть просто проверяет, пусть чекает. Дабы на последней карте никаких проблем не было. Нам они не нужны. Так, ну что? Да, готовы. Complexity. Ну и пофукари, давайте уже побыстрее начнем, потому что уже даже по американскому времени поздняя ночь, поэтому команда хотя бы поскорее закончить и отдохнуть. Конечно, победить сегодня и завтра уже уйти в гранд-финал было бы очень круто и для колов, и для пофов, но для колов крайне важно, все-таки состав подписала серьезная организация, спонсируется данный состав. У ПОФ нет никакой зарплаты, они играют сами за себя, ну, с другой стороны, для ПОФ мотивация побольше. У КОЛа всем зарплата останется, а вот у ПОФов зарплаты как и нет, так и не будет. Так, ну ладно, финал можно съездить, получить какой-никакой призовой фонд, там, хоть самую маленькую часть. Хотя бы крупицу, но все-таки это деньги. Лимп, забирай себе руну Маунти, на топе делал то же самое. УСАШ, да, УСАШ на прошлой карте мог вытащить игру, но немного не хватило ему усилий, не хватило немного хорошего мейн-кэрри. В этот раз это будет Нацу на Queen of Pain. Но вот Наца как раз на прошлой карте и запорол всю игру команде ПОФ. Не в обиду ему, но Блэкенбар не был куплен, и без БКБ ПОФы не могли воевать с своим алхимиком. Тинни плюс Винга, здесь Туск плюс Лина. Ну, опять же, беда в том, что Тинни имеет милишную атаку. У Лина атака просто на огромный рейндж. Ну и вот так вот происходит. Тинни без фарма стоит пока что. Винга ставит вард. Непонятно, зачем на такой минуте вот этот вот вард, что он дает, если честно. Но поставила, поставила. Окей, пусть будет. Эвелинч, то, сноубол, у Саши покатились, стан по Лимпу, Лимпу можно попробовать убить, но и в итоге
саппорты поразменились способностями, показали, что они могут. Но, правда, остается все не без маны. Нет никакого клэрити, нет никакого манга, поэтому маны-то и не прибавится. Клэрити есть у Винги, но давать смысла на тени-то я и не вижу. Да, тени все прокастовал. Мана пул очень маленький у этого персонажа. Еле-еле хватает на прокаст. Внизу. Дазл плюс Лансер. Чези на полном фрифарме. Ну и на топ-линии Кинов Пейн также фармит. Но опять же, Чези я доверяю побольше. Смотря за прошлой карты, мы видели, что Чези может. Чези может побеждать. Собирать себе шейкер. Руну. Мэджик. 40-60 мана всего требует. Но вот левел 2. Не дают фарма совершенно. Находит здесь Туска, но шарды хорошие от Тусика, поэтому убить не получится. Свардуар получает плюху, получает поужин по лицу. Больно Свардуар очень. Но подхил есть. Нангустик последний в деле. Там еще и фласка будет. В случае чего всегда можно будет ее использовать. Ценим. Тос. Подфармлю так крипочку, потому что по-другому не сделать. И внизу есть выход Слардара. Слардар без краша. Ну, не хватает дэмэджа, хотя копье мог либо закинуть, и Лансер бы убил, но просто не успел достать. Ушел Слардар в туман войны, и Чези не видел своего оппонента. Копье кинуть не сумел. На центре проблема у Саша. Драгонслейв мимо, и у Саша звезд на развороте дает еще и Тос, и еле-еле живой Туск. Телепорт кастуется от Queen of Pain прыгает, делает First Blood на Туске, и погоня может быть за Лимпом, правда Блинк всего лишь первый, поэтому да. ФБ на Туске сделано, и на этом, собственно, и все. Шейкер на топе, левел 2, 3 крипочка. Опять же, очень трудно стоять. Непонятный выбор шейкера, не бисмастер, не кто-то еще, а именно шейкер. Это был Last Pick. Герой самый последний выбирался из двух команд. Остается по итогу Лина без руны. Ботл практически пустой, а вот Тини подхиливает себе на максимум, и ботл начинает активно обузить с помощью курьера. Внизу есть выход от Туска, Дазла и Слардар. Слардар, если сейчас немножко спалится, пока его не видно, поэтому сложно выйти, но примерно мигает, где он может находиться. Именно так оно и есть, и видит Слардар. Слардар на спринте пытается уйти, но далеко ты не уйдешь, братан, хотя хороший стан. По двоим, сноубол, полетел Дазл, полетел сам Тусик. Есть шарды, шарды закидываются, и еще одна копье, под спринтом очень много дэмэджа Слардар получает, минус селедочка на линии, Тусика подцепили, все-таки станом, стики нажал, все еще живой, Винга уже пошла дальше и вынуждена фраг подстилить, такое бывает. Шейкер. Можете найти, есть 3 стака, кстати, в лесах, ничего себе, постакали уже, приятно. И здесь, слушайте, 3 стака, ничего себе, стаки везде. Правильно, ведь 3. 3, 3, 3. Урсы просто красные, почему-то не видно. Сноубол покосился в ту сторону дизраптора. Дизраптор ставит хранитик филд, но на него не плевать. Фиссурка и минус дизраптор. Ну вот тут уже колы. Эти самые колы, американцы, которые громят. Тир 2 команды, приход Винга, сбить хотя бы Клэрити, но даже Клэрити бить не получается, даже не пыталась сделать это Венжелл Спирит. 2-2. Слардар на спринте побежал. Никого не находит, видит, что крипы уже на отводе. Недалеко очень ушли. Но опыт как-никак какой-то все-таки получает здесь. Но очень аккуратно, боится забирать руну Баунти. На топе руны Визуулины есть. Лагуна Блэйд появляется. Белт, ботинок, выход в ПТ. Кринопен уже ПТ готовы. И активируется Инвиз от Лины. Команда по фэт руну не видела.
не знают они то, что Ульман есть инвиз, и сейчас может быть хороший килл в исполнении команды Complexity Gaming. Не палится Лина, ее не видно. И вот она, Лина выходит. Очень сильно продамаженной Тини. Есть фисурка, стан от Лины, Лагуна Блейд и Dragon Slave. Да, что наверняка, но Тусик все-таки под лад схитил. Лина думала, что Dragon Slave сможет убить, не смогла. И по итогу получает там копейки, всего 57 золота. Тус получает намного больше, уже есть 2 фрага из 3. Тусик пока все фраги забирает себе. У Лины всего лишь один ассист. Но Тини погибает, Слардарт внизу тоже страдал. Убегает на базу 130 хп, имея всего лишь. Трудности команда ПОФ испытывает. Наверное, на всех линиях, не считая топ-линии, где King of Pain на полном фрифарме. Но по нетворцам, я думаю, что да. И Лансер, и Лина являются топовыми героями. Чези фармит, Чези убивал. ПТ Аквила, Манго, Тангусик и Фласка. Шейкер, левел 5 уже есть. Потихонечку так получает левел. Опыт все-таки как-никак не прибавляется. Сордар левел аналогичный. Надо здесь аккуратнее. Там, да, больно копа пробивает. Очень больно. Скрим за макшен. Shadow Strike первый, но очень больно, если прыгает. Она могла, в принципе, прыгнуть, дать скрим и убить. Даже без Sonic Wave. Было бы очень много дэмэджа. На хасте побежал Тини. Выходит также и Слардар на центр. Там Лина есть одна. Ну, там и Туск на подсейве будет. Ну и... Как ворваться-то? Никак. Чези. Левел 7. Ну, выформит, наверное, какой-то стандартную Яшу, потом пойдет диффуза. Возьмет Манто Стайл, потому что у Квапы, скорее всего, будет Арчит. Да, именно так. Но я думаю, даже быстренько Манто Стайл себе купит. К моменту появления Арчита там будет Манта. Ну, или там плюс-минус 2 минуты. Будет попозже Манта появляться. Транквилла у Слардара. Я думаю, Шейкер может купить Транквилла себе, потому что есть Лоринг. То есть мана будет бесконечной, грубо говоря. Туск получает немножко времени пофармить. Лина фармит тем временем лесные стаки. Тут их немного, но они есть как-никак, хоть что-то. И уже ПТ, ей став, и выход намечается на Тускара. Да, выходит Дизраптор, есть у него статик Шторм, есть Эваланч и Тандерстрайк, Сноубол. Сразу много очень телепортов, и статик Шторм вообще никакущий. Тусик от него должен уходить, нажимает стики, и Шоу Грейв живет Ускар, а Лина убивает Дизраптора. И дальше Чези говорит, надо идти в бой, надо бить и убивать. Тини все-таки убивает обычным тосом бедного Тусика, ну и Тини отсюда уходит. Да, обидно, что Туск не ушел, Туск остался почему-то здесь стоять, фармировал и получил по голове. Так бы мог быть размен очень хороший, но тут много кого телепортов потратили. Это мы размен. Ну, просто равноценно получается, не более того. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. На топе. Втроем комплексити. Шейкер, Дазлик, Тусик. Но опасно врываться, там Queen of Pain с полным прокастом. Продамана маловато у нее. Тини себе что-то везет. Тини. Везет себе ботл. Ну и вот уже Quarter Staff. Вот он уже при первый обливен став подъезжает для Queen of Pain. У Лансера 800 золота, ПТ, Квилла и барабанчики готовы. Так что барабан взять. Себе чести для начала. Вот статовый парниша.
убивающий всех и вся со своей командой. Сурка. Заходит за спину Лина, заходит Тусон, здесь никого нет. Сартар где-то далеко, Сартар вообще находится на базе. Но он сюда придет. Если дождут еще немножко, то есть секунд 10, то спокойно могут сейчас найти жертву. А жертва-то будет. Лина, терпи, терпи. Не дотерпела немножко Лина. И да, Сартар все понимает, прекрасно прячется сразу за вышкой. И вышка падает. Чейзи получает деньги своей командой. Что после барабанов имеется 500 золотом в наличии. По нетворсам, опять же, ПЛ и Лина топ-1, топ-2. По графикам команда комплекса ведет порядка 1000 золота. Немного, но преимущество, тем не менее, имеется. Флордар примерно идет нога в ногу с Шейкером. Разница невелика у них по нетворсу. Но я сказал, что Флордар все-таки имеет побольше возможности фармить. И более такой герой плотный. Выживаемостью обладает. Ну и Шейкер везет себе телепортик. И юл для Лины готов. Вот это очень важно. Там еще и Эрконрун есть. И вот с Эрконрун, с юльчиком сейчас пойти поубивать бы таких вот героев. Тут очень много, кстати, персонажей на центре. Целых 4 героя готовы из команды повдефить. Ну, смотрим, смотрим. Опять же, может быть очень полезна руна у Лины. Файте, Лина, руну нажми. Не жалей, свап. Ланнистера свапнули. Чези, могут быть проблемы. Чези живее живых. Прыгает. Queen of Pain, Доклгангер, уходит отсюда Чези, Лагуна Блэйд Сардара, Сардара должны убить, минус Сардар. И все живые, хоть очень побитые. Ну вот она, Лина, просто ультимейт 40, 140 маны. 140 маны, офигеть. 140 маны. Вот это нормально, вот это вообще нормальный разговор. И надо идти пушить. Кулдаун 6 секунд всего на Драгонслайф. Последний, 6 секунд, 72 маны. И вышка падает очередная. Для команды комплексити это деньги Лина получает. После его себе 1000 золота уже в запасе. Ну вот откатился ультимейт, идти убивать. Просто идти убивать. Слардара нет, но ту же Вингу... Ту же Queen of Pain, того же Дизраптора вполне можно. Слардар очень жирный. Даже квент есть, поэтому такой себе выбор для убийства. Тини, блинк появляется. Неплохой тайминг. Теперь на этот блинк идти как-то реализовать. Найти героя, ну, типа Туска, но Туск такой себе вариант. Все-таки стик есть, сноубол есть. Не факт, что ты его сможешь быстренько убить, а там какие-то пацы в ТП и... Привет. Пока. Врыв все-таки есть, есть Эваланчейс Тост, вот он Сноубол, о чем мы и говорили, но никаких последствий вообще не вижу, поэтому панч и очень много времени Тусик выигрывает, но команде наплевать. Команда пушит топ-линию, спушивает очередную вышку для себя. Лассер, Плейтфлэк Риси есть. Должен был выход обязательно в Яшу, не во что-либо другое, а именно в Яшу. Яша Манта Стайл должна быть, потому что в другом случае Queen of Pain достанет. Своим Селосом назваливаем. Ну, идет Лансер, пушит дальше. Говорит, ну, а здесь остаюсь с Дазлом. Дазл на подсейве. А Чизи пушит. Отводит иллюзии на крипов. Еще одних. Queen of Pain здесь. Queen of Pain арчит. Еще отсутствует, но он уже почти что есть, но почти не считается. Поэтому так-то Чизи подловить не получится. И тут уже команда Кол готова идти в бой. Лина есть. Юл. Олимпа. И лимп, фиссурка, копье, стан, свап, отлично, и Винга должна погибать 100%. Да, Винга минус, Статик Шторм, никудышный, только лишь Дазла подцепили, Дазлик, проблемы могут быть у Дазла, Дазл живет, Вив, просветили Queen of Pain, есть Эхослэм, есть Тотем, Queen of Pain уходит, а вот Windows нет, Шалугрейв Сфрик кинул сам на себя, поэтому он живет, но вот Шейкер не живет. И Queen of Pain остается там буквально 100 хп, но живет, живет. Стардар пошел за фриком, Глимс на Чези есть, Чези. Чези Доппельгангером очень круто эвейдит, и надо разойтись. За фрик погибает просто от крипа, там тычка летела от катапульты, по-моему.
И прыгает Хрен оф Пейн дальше. За Линой. Лимп. Нельзя погибать ни в коем случае. Лимп должен жить. Врывается Тини. Лимпа не находят. На деле Лимп на развороте может ворваться. Серьезно. Тут же есть Шейкер. Могли бы браться на развороте. Там уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эваланч есть. Но Чези. Надо идти. Блинкал хороший. А Тини. Тини моментально отсюда уходит. Не подставляться. Самое важное. Не подставляться под прокаст героев. Ну и Тини. Есть пейнт-бустер. В ботле дабл дэмэдж. По графикам, опять же, колы ведут совсем немножко. Около 1500 по золоту, около нуля по опыту. По, нуль, по опыту вообще равенство. Но вот Чези, Чези, Чези. Есть все-таки выход в диффуза. Это не манта стайл. Забивает на то, что есть арчиту противника. Говорит, ну ничего страшного. И так сойдет. Лина. На подходе. Shadow Blade. Вот Shadow Blade бы уже выходить куда-то убивать, было бы круто. Shadow Blade плюс Йоу, вообще комбинация очень крутая. Если соперник твой не самый прокачанный, не покупает много сентрей, покупает много дастов, там гем какой-то побыстрее, то Лина может сноубольными шагами убивать всю карту. Притом постоянно. Буквально по кулдауну Laguna Blade. И вот он, Юл. Есть выход на Queen of Pain. Станчик, Laguna Blade, Dragon Slave. Queen of Pain будто и не было. Да, дает копа, что там Лотар. Надо как-то что-то с этим делать, потому что мне это не нравится. Но делать на самом деле-то и нечего. Пока что. Ну и Наршана заход, что ли, будет? Ну не знаю, дэмэджа может не хватить. Да нет, Наршана пока идти рановато. Внизу есть Vengeful Spirit, Венга надо уже сделать тэп-аут, что она моментально пытается и сделать. Лина успеет ли, да, успевает все-таки подцепить Юла Венгу, и Венга труп, стан, удар, и можно врываться, очень круто врывается Тини, и минус Лина. Проблема Туска, Туска надо просто уйти. А где команда, комплекте вся была остальная, не совсем понятно. В комплекте остальные были где-то далеко, говорит, ну, сам разберешься, что нам париться-то. Зачем помощь, и в итоге терпит поражение Лина, размена Венгу, очень хорошая размена для команды ПОВ. Все-таки топовый герой с нетворсом, блять, в таверну, вот саппорт, у которого там предпоследний нетворс, ну, разумеется. Это очень выгодно для команды Power of Friendship. 8-7 счет. Пока все очень ровненько. Мека от Туска появляется. Ну и Лина сразу пошла в леса. В поисках наживы легкой. Ну вот типа Queen of Pain. 720 хп, да, это легкая нажива. Тизраптор, но он тут фулл хп. Такой себе вариант. Никого Лина не находит. И Тини находит Свинлоза, и Свинлоз живет. Фисурку на развороте, приходит сюда еще и Слардар, Мека, Крашек по Туску, Сигил висит, и надо уйти тем другим. Нет Блиндайгера, потому что Свинлоз не может как-то ворваться до этих СМ сбить телепорты. В итоге много всего использовали, никого убить не получилось. По итогу, все живы и здоровы. Ну, пойм, покупать Огр Клаб. И выходит Лимп. Опасно. Под вардом противника. Боевым моментально просветили. Лимп понимает, что что-то здесь не то. И... тосты. Лимпа видит. Краш есть. Крифа есть. Стан есть. А вот уже Лимпа нет. А Лимп
проблема этого алтара, что там бегаешь, думаешь, что все нормально, я в полной безопасности, а на деле тебя видят и убивают. Что сейчас и произошло, в принципе. И на Рошане, пофы, под амплифаем, с Тини. Конечно, не очень быстро, там Дазл дает хороший вив по всем героям, и надо разойтись. Вив абсолютно по всем зашел, кор героям. Сардару, Тини и Queen of Pain. Лина. Ogre Club. Не удивлюсь, если это будет Black and Bar, нежели чем Агони. Хотя посмотрим, пока есть варианты. Но тут Тини уже почти Агони есть. Дерево скоро вырвет из лап карты Dota 2 и пойдет с деревом напиливать. Дазлик, левел 8, но и вот Аганим у Тини готов. Что у нас по Чези? 1100, барабаны, диффуза, в курьере ничего для него еще не лежит. Но по нетворсам мы видим, что Лансер немножко отстает уже от Queen of Pain. Множко отстает от Тини, Тини выходит на топовую позицию, топ-1. Но Саш на Тини мы сегодня видим, насколько он силен. Хотя бывают моменты, когда и закидывает матч откровенным образом. На первой карте команда по своим Тини смогла одолеть Complexity. Но там был Варлок, сломит от Complexity. Такой себе вариант. И все-таки более боевой, это Лина. И есть Shadow Blade. Лина побежала. В поисках легкой добычи. Но добыча уже очень быстро уходит. Пофы не подставляются. Понимая, что так делать ни в коем случае нельзя. ДД контролится для Лины. Radiant's top tower is under attack. И смоук от комплексити. Но попытается сейчас выйти на центр. Там есть один Тини. Тини и подставляется Тини на самом деле под юльчик. Ну, не совсем понятно, чего только что делает команда комплексити. Хэслэм пока не кастуется. Queen of Pain, кстати, без мана. Секшторм не самый лучший. Хэслэм по двоим. Queen of Pain можно убить. Queen of Pain. Минус Queen of Pain. Отличный Shallow Grave на Лимпа. Лимп. Лагуна Блейд до конца. Минус также Вершил Спирит. Отличный диффуза на Слардара. Глимс на Лину. И Лина живет. Таки погибает от рук Дизраптора. Зарт получает в лицо копье от Фэнтом Лансера. Это минус 4. Это минус 4. Тини в файте участие не принимал. Просто сюда ушел. Хотя изначально был врыв именно на Тине. Но она была, если не можешь дать стан Слотара, да, это Юл, ничего страшного, никто Тине не будет критиковать. Покупайте Чези после файта Яшу и заход на тир 2 вышку. Дефи тут, опять же, и нечем. Внизу Тине один сплит пушит. Ну и вышка на это и падает. Глиф нажимается, до толку 0. До толку от этого немного. Да, и вышки будто и никогда не было. Есть Яша, 1100 золота в запасе. Лина, к сожалению, себе погибла в этом файте, поэтому денег не получает. За файт получает только деньги за тавр.
Ну, тени 2. 100 золота есть в наличии, кстати. Может чего-то и приобрести интересного. Ну, например, БКБ. Может быть, все-таки выйдет просто в Гиперстоун. Возьмет себе Керасу, а потом уже будет думать БКБ. Кто его знает, у команды ПОВ есть проблемы с блокинбарами. Это мы слышали. Это нам не впервой. Шейкер. Опасно очень гуляет здесь. Вот здесь блинком надо разгуливать как можно аккуратнее. Потом подставиться можно ненароком и получить по голове. Так, конечно, делать нельзя. И вот БКБ от Клапа есть. Отличное решение. Вот раз Нацу купил БКБ себе после Арчида. Ну, делал бы он это на прошлой карте, вот в третьей карте бы уже и не было бы. Его бы не пришлось играть. А тут такое себе. Не гуляют в лесах пофы. Пока кто-то к ним придет, как они, например, Лина. Но Лина не приходит, и сами говорят, давайте пойдем в смоук и попробуем зайти на Рошанчика, который стоит здесь, отвернулся от всех злой шапочки новогодней. Ну и комплексити. Посмотрим, догадаются ли об этом, потому что, в принципе, пов очень хороший мув делают они. Ну вот тини палится, да, понимаешь, что это Russian Time. И надо смещаться, побежал побыстрее. Дазлик, Лансер также надо лететь, но не телепорта нет. Лансер пешочком будет бежать, очень долго. Очень много времени, Слардар, понял, Слардар может сейчас погибнуть от Рошана, Слардар! Весело. Такой вот итоги боя. А сейчас-то можно Рошана самим забрать в комплексе. Реально можешь забрать, Слардара-то нет. Это такой бред. И что пофы сделают? Тини может, конечно, далеком ворваться, но это очень опасно. Кинофайн тоже самое может сделать, но это очень опасно. Потому что там сразу Шейкер встречает Фиссуру и встречает их Хаслаймом. И Свиндлесс. Вар сбивает для него, к сожалению. Свиндлесс будет врываться. Свиндлесс, надо прыгать. Но там башит Рошан, поэтому Свиндлесс не может ворваться. БКБ нажимает Кинофайн. Полетели Чези, Тусик и Лимп. Лим пока ничего делать не может, просто застревает деревья, что пока, кстати, шторм закончится. Минус дизраптор и находит также Тинника. Тини получает стан, а Тини пытается уйти. Хаслэм от Шейкера просто по двои. Минус Queen of Pain, минус Vengeful Spirit. И Тини остается один, Тини найдут. Блинкаут он делает, отсюда уходит, делает фраг. Ну и фраг в размер на себя. Убил, конечно, Шейкера, но стоило ли того вопрос. Минус Тини, трипл килл от Лимпа. И Слардар убегает просто на базу. Да, Тини Панатворса по-прежнему в топе, но там разница уже невелика. Видел, Насар догоняет своего оппонента. Манта ставил уже была в файте. Ну и в запасе после Манта еще и косарь золота. Заход на Рошана в этот раз уже, думаю, без проблем должны этого Рошана пинать. Комплексити. И Рошанчик падает. По графикам команда Кол уже ведет больше 7500 по золоту, больше 4 по опыту. В общем, доминация у них, безусловно, есть.
under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Dire's top tower is fortified. Dire's top barracks are under attack. Shut that. Long live your queen. Dire's top barracks has fallen. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Mere coin? Regeneration! Radiant's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is fallen. What a pain in the... Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks has fallen. Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks has fallen. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Radiant structures are falling.